для начала хочется сказать что-то положительное, конечно. И это состоит в том, что карантин потихонечку уходит. Нельзя сказать, что он полностью закончился, и все правила больше не действуют карантинные. Конечно же, это не так. Это зависит от земли к земле, разные ситуации и все такое. Как и раньше, всяческая отмена правил, как бы послабление их, зависит от количества заболевших, естественно, коронавирусом. Все понимают, что именно этим вирусом и ничем другим, на 100 тысяч человек за неделю. И хочу вам сказать, что, например, у нашей средней дочки в школе уже с прошлой пятницы сняли маски. У некоторых в школе продолжают дети ходить в масках, говорят о том, что скоро их отменят, но еще это правило действует, масочный режим. У нас уже нет. Тамара сказала так, что пришли в пятницу на второй урок, сказали, все, ребята, снимаем маски не только в классном помещении, вот, а и в коридорах, и на улице, и везде, то есть в школе, в общем, масок нет, что уже, конечно, радует. По поводу танцевальных школ, мы очень рады, что их открыли. Вы, кто смотрит наш канал, very, даже очень well. Кстати, сейчас вы можете искать нас по полностью русскому названию на кириллице, то есть уже нету этой смены английского языка с русским. Не нужно писать very, даже очень well, вы можете написать просто даже очень хорошо. Хэштег или просто в ютубе, и вы нас быстренько найдете. Так вот, по этому хэштегу или по этому названию можете найти все наши видео, которые были в том числе, некоторые из них, о том, что в Германии действовал в течение полугода, на наш взгляд, чрезвычайно жесткий локдаун. Вот. Сейчас что можем сказать, что победителей, конечно, не судят, если это будут правда победители, и мы увидим реальные результаты от этого локдауна. И в сравнении со странами постсоветского пространства, например, сейчас все говорят и шумят о том, что в России, в Москве, в частности, такой большой всплеск заболеваемости. У нас, конечно, в Европе в целом и в Германии в частности картинка намного лучше. Если это правда было оправдано и имело смысл, то, наверное, стоило потерпеть, не стонать. Хотя не получалось, честно говоря, но все-таки. В период этого жесткого локдауна немецкое правительство оказывало серьезную помощь предпринимателям там и людям в частности. В разных формах это было, но тем не менее было. Но под шумок, оказывается, не все так было хорошо и положительно. Конечно же, эти деньги, которые были выделены, это все понимали, все вменяемые люди это понимали, что где-то это немецкое правительство должно их тоже и взять теперь, и вернуть, и поставить, как говорится, на место. Так вот, под шумок этого локдауна, коронавируса и всей этой ситуации выяснилось, что выросли цены в магазинах. В магазинчиках, где было все по еврику, теперь написано евро, кома, ну, кома это и по-немецки, и по-украински, запятая по-русски, 10. То есть на 10% считайте, ну, это там, где это прям явно видно. Кроме повышения цен, в магазинах появились стейки с алармами. Интересная очень история. В обычных супермаркетах, где раньше не предполагались такие дорогие какие-то продукты. Наш, например, самый знаменитый и уважаемый Lidl, это очень крупная сеть магазинов, я не устаю об этом говорить и повторять. Она в Германии, да и по всей Европе, пожалуй, самая такая сильная и мощная. Но она все-таки была средней руки. Это не магазины каких-то элитных продуктов. Это не та история совсем. Для этого есть другие магазины. Так вот, в этом обычном Лидле сейчас появились стейки дорогие. И, я так понимаю, их обычные покупатели как-то так, видно, не преминули выносить где-нибудь в карманчиках. Потому что просто так, я думаю, Лидл бы хозяева не выделяли бы деньги на эти алармы, на систему защиты, да, если бы их, ну, скажем прямо, не воровали и не выносили из магазинов. Почему они появились? У нас идея такая, что рестораны были долго закрыты. Я думаю, наша логика имеет место быть. Если нет, вы напишите мне в комментариях свой вариант. А мы думаем так, что рестораны были закрыты, а люди хотят какой-то такой еды более высокого уровня иногда, плюс был сезон гриля,
конечно, который начался еще в феврале-марте месяце, в зависимости от погоды, как только тут появляется солнышко и немножечко теплых дней, у немцев традиция выходить и грилить, ну, где кто вообще может себе позволить. У кого-то дома, у кого нету частного дома, те выходят на любую лужайку, здесь это все оборудовано, есть места для этого, все это законно, легально, только нужно, конечно же, за собой убирать. Кто хочет, не знаю, какой-то стейк из мраморной говядины, например, он может стоить 45 евро, я вам хочу сказать, килограмм. Конечно же, ну так, значительно, да? Вот. Такая ситуация интересная. Также тихонечко, под шумочек, как мы понимаем, тоже для прихода денег в казну Германии добавилось очень много фоторадаров на дорогах. Есть места, я надеюсь, вы сегодня это тоже увидите в момент моего вот этого рассказа, когда просто на очень маленький промежуток, отрывок, отрезок дороги понаставили просто, ну, и, конечно, я утрирую ситуацию, но на каждом метре этих фоторадаров. И, конечно же, там скоростной режим обычно 30 км в час. Пробовали, я уже в каком-то выпуске говорила, повысить штрафы, но это не удалось, не получилось. Потом эту ситуацию вернули обратно. На этом будем заканчивать. Говорим большое спасибо нашей танцевальной школе, одной из танцевальных школ, где наши девчонки занимаются, которые нам сегодня предоставили локацию. По этому случаю хочу вам сказать, что находиться в помещении до сих пор даже в нашем регионе можно только при наличии теста либо двух прививок. Этими пользуемся. Большое спасибо. The School Endingen.